Случайная вынужденная остановка. У нас с машиной какие-то проблемы. Нас остановили на дороге и сказали: любуйтесь закатом солнца. А солнышко уже тю-тю село. Да, и ничего не видно. Вот она, Аравийская пустыня, марсианский пейзаж. На самом деле здесь обалденно красиво. Если оказаться в этих горах, я не представляю, как из них выбраться. Вот наше несчастье, наш автобус. Дальше нас не везут.